решение. Значит, на что сразу обращать внимание, да? Опять, во-первых, крупный порез, да? Вот здесь типично, что происходит, что на порезе рука станет сидеть вот туда. Ну, не должно быть, да? То же самое, кончик рука смотрит вперед. То есть, уходя с пореза, у нас кончик рука должен быть направлен вперед, так что мы могли переходить с одного круга на другой. С прямого лежища мы могли перейти на обратный круг. Значит, и еще момент, это режем с основания клинка, да? То есть, как можно раньше. В одном аспекте, если у человека это может быть свитер, шарф, еще что-то, да? Поэтому вот оттуда вот порез. Поправить? Четко вот. Раз, два, три, четыре. Так, по несколько раз. Значит, постарайтесь сейчас только не убить. Это именно не рубящий, да? А именно аккуратно просто туда класть, он начинает резать. На себя.